Всем привет, ребята, всё, Альмиров, это и сегодня, представляете? Короче, я мог найти еще один, кажется, я нашел еще один способ, как же получить Bugatti Diva 100% без обмана, конечно, за игровую валюту, то есть бесплатно, то есть навсегда получить бесплатно, да. Я нашел, кажется, ну, я 100% нашел, ребята, такой способ, такой баг, который точно 100% нам даст Bugatti Diva бесплатно. А для этого бага нам просто потребуется вот этот вот способ, просто посмотрите. Машина спавнится не каждый раз, поэтому вам может придется перезаходить в игру несколько раз до тех пор, пока она у вас не появится в одном из данных мест, какие я вам показал. Короче, я выхожу из своей BMW M4 просто золотой, прикольно, и нам нужно сесть в эту брошенную полицейскую машину, мы ее садимся и нажимаем кнопочку отмена, не начать, а отмена. Заводим двигатель, закрываем дверь и просто уезжаем. Но, ребят, не думайте, что это так просто, нет, это не так уж и просто. Вот у нас случается сам баг, то есть у нас такой вот бело-черный экран, и нам нужно через паузу, через настройки зайти в онлайн-режим. Давайте я зайду, к примеру, вот, в приватную комнату, вот, получается, захожу я в приватную комнату, никого нет, ну, понятное дело, вот, и нам, мы можем поездить, не знаю, тут как-то похасанить, ну, короче, это не обязательно, и нам также через паузу нужно выйти, то есть я нажимаю сейчас отключиться, и сейчас будет реклама, я просто жду того момента, пока появится реклама, вот, потому что я думаю, она типа 100% будет, ну, короче, ребят, вот видите, реклама не появляется, и нам нужно нажать не начать, а опять же, кнопочку отмена, то есть нажимаю кнопочку отмена, и все, у нас появляется просто возможность покататься на полицейском автомобиле, просто неограниченное количество времени, то есть... И я подумал, а если получился такой баг с полицейским тачком, то есть получается со всеми тачками, а значит можно получить любую донатную тачку бесплатно, если сработает этот баг. А эта идея мне просто пришла, ребята. И давайте сегодня посмотрим, этот баг реально работает или же нет. Кстати, дружок, если поставишь лайк и подпишешься, то можешь скачать по ссылке в описании бета-тест, то есть обновление карты труда. Обязательно скачивай. А если под этим роликом наберем 150 лайков, я снимаю еще один часть, где буду получать и остальные донатные тачки с помощью бага. Обязательно ставь лайк. А давайте, ребята, может, не будем томить и начинаем. Ребята, первым делом нам, конечно, нужно поехать к нашему автосалону, ребята. К нашему автосалону, где и продается наш Bugatti Diva, ребята. Но, ребята, есть еще один способ, как же получить, но с другой способ. То есть не арендовать. То есть, как понимаете, Bugatti Diva, чтобы ее взять на тест-драйв, и чтобы получился этот баг, нужно потратить 200 тысяч. Да, это того стоит, чтобы потратить 200 тысяч, но еще один способ есть, который можно абсолютно получить бесплатно. И еще сверху получить 40 тысяч. Но для этого, ребята, вам нужна удача на миллион, триллиард франценов, потому что без такого удачи вам может не повезти. Да, есть миссия, как понимаете, конфискация, да, и на нем нужно угонять тачки. А вот если у вас удача большая, то с помощью этого бага просто, ребята, вы сможете, конечно, получить Bugatti Diva очень бесплатно. Да, еще, кстати, да, это работает, потому что я видел вот эту вот фотку, с которой, вот три фотки видите на экране, с которой с помощью этого миссии конфискация получил, конечно, вот эту вот полицейскую тачку просто с помощью бага, и я хочу реально сейчас это проверить, и что, да, мне не выпало, конечно, ребята, Bugatti Diva, но все равно я могу попробовать это, конечно, на Hummer Eve, да, можно попробовать на Hummer Eve, может у него на этом получится, а если на этом получится, то, типа, в принципе, можно и может и получиться, конечно, в Bugatti Diva, ребята, вы думаете, при чем тут Bugatti Hummer Eve, ребята, но сейчас же проверка, нам нужно протестировать этот процент, конечно, на этом тачке, если на этом тачке получится, то если у вас каким-то чудом у вас получится угонять, конечно, Bugatti Diva, то этот способ точно сработает. Но, ребята, нам нужно делать вот так, типа вот тогда должен и сработать сам баг. Вот я пока не понимаю, почему не работает баг. Так, может, так можно сделать и да. Пока что баг не работает, нам нужно, чтобы игра просто залагала, ребята. Так, смотрите до конца, что вы поняли и, конечно, получили Bugatti Diva, конечно, бесплатно. И, да, вот, посмотрите, нам нужно просто так... И, ребята, пока что баг не работает, но реально же должен сработать. Или нам нужно просто вот так ехать и, типа, врезаться, и давайте попробуем врезаться, и...
Да нет, что-то не получается, ребята. Ой, давай. Так, давай, может так сработает баг. Я вообще не понимаю, почему не работает наш баг. Если он сработает, то мы 100% получим Бугатитива бесплатно. То есть с помощью этого, с вашей удачей, можете получить, конечно, Бугатитива бесплатно. И да, да, я думал, что баг сработал, ребята. Нет, я думал, что баг сработал, но нет, ребята, но нет. Почему не работает? Да блин, я не понимаю, почему баг не работает, ребята, я не понимаю. Да блин, реально баг не работает, я почему-то не понимаю. Ладно, есть у меня один способ, который, по которому, может, и наша тактика сработает, ребята. Так, едем очень быстро, и нам нужно успеть нажать вовремя на нашу кнопочку, и давай. Да, вот, сработало, и... Алло, баг не сработало, ладно, ребята, ну, короче, вы поняли, главное, чтобы ваша игра залагала, ребята, прям ваша игра должна залагать прям вот таким вот белым, и у вас должен все это сработать, ребята, после того, как у вас станет такое, например, ребята, вы каким-то чудом, ребята, нашли Бугатидива и угоняли на миссии конфискация, и у вас вышел вот этот вот экран, что нужно дальше делать? Нажать на меню, и тут нужно нажать подключиться к сетовой игре, и вам нужно тут подключиться к любому серверу, и тут вы, конечно, знаете что, подключитесь к онлайну и бесплатно получите Бугатидива. И, в принципе, эта тактика тоже работает с тест-драйвом, ребята, думаю, но должен сработать. И тогда мы просто-попросту получим Бугатидива очень бесплатно, ребята, да. Спасибо мистеру блогеру, что он снял такой ролик, потому что если этот ролик не был бы, то, конечно, я не узнал бы, как получить Бугатидива очень бесплатно, да. Что-то баг не работает, ребята. Ну, ребята, я вам вот говорю, 100% даю зуб, что этот баг у меня сегодня сработало. Но только это работало с майбаком. Сработал. То есть это рандомно работает. И если у вас удача, то может у вас и сработать. Может сработать с Бугатидива. Это 100% у вас должен быть удача или триллион. Не знаю, ребята. Короче, нам нужно сесть в тачку, ребята. Так, вот, сели и... Ребята, теперь нажимаем тест-драйв. Ребята, все, нажали тест-драйв, и теперь нам нужно, чтобы этот баг сработал, ребята. Я не понимаю, как этот баг работает, но вообще должен сработать. В принципе, этот баг должен сработать. Давай, опа, давай, ой-ой-ой, ребята, что за дрифт, нифига себе. Так, давайте отключим дрифт-режим и врезаемся, может, и тогда сработает наш баг, давай. Давай работать, пожалуйста, баг сработай. Чтобы я хотя бы получил Бугатидива, пожалуйста, баг сработай. Может, нужно вот так нажимать бесконечно или типа еще что-то. Да блин. Почему это не работает? Да блин, почему не работает? Давайте врезаемся и нет. Ничего не работает, ребята. Как? Может, нужно прокатиться или включить дрифт режим и дрифтовать от первого лица? То есть, короче, если вы будете ехать от первого лица и у вас должен сработать этот баг и... Короче, я понимаю, что разработчики этот баг еще не пофиксили, и то, что можно с помощью этого, конечно, забрать себе Бугатидива абсолютно бесплатно, ребята. Но, ребята, пока что я не вижу, что работает баг, но если хотите, конечно, я сниму вторую часть только с другими тачками, то есть я вам покажу, как же получить другие тачки абсолютно бесплатно также и с помощью этого бага, потому что разработчики пока что этот баг не пофиксили, ребята, даю к 100% гарантия, что этот баг не пофиксили, потому что этот баг сегодня у меня сработал на майбахе, который я купил. Но, ребята, это работает с темной тачкой, которую вы даже не купили. Ребята, я вам отвечаю. Вот, прямо работает. И, как видите, у меня пока что баг не сработал, а у нас осталось 21 секунда и 18 секунд. И пока что у меня баг не работает вообще. Вот, ребята, мистер блогер, если смотришь этот ролик, просто, пожалуйста, мистер блогер, проверь, этот баг работает, я говорю тебе, этот же баг, в принципе, работает, это же, ребята, логично, вот, просто. Ребята, тест-драйв закончился, ребята, если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк, 150 лайков, и я снимаю вторую часть, где я буду проверять этот баг на других донатных тачках. И, ребята, всем пока-пока, до скорой встречи, ребята, увидимся в новых роликах, с вами был Альмер Р, и всем, ребята, пока-пока, до скорой встречи, всем пока!